Здравствуйте, зрители нашего канала. Сегодня мы с вами будем готовить сладкий торт из блинов, а также покажем, как сделать розочки из блинчика. Кому интересно, оставайтесь с нами. Нам понадобятся блинчики, сметана, сахарная пудра и бананы. Сейчас мы бананы наши нарежем. Мы не будем их взбивать блендером. Мелко нарезаем. И нам их нужно измельчить. Нам надо сделать пюре банановое. Наше банановое пюре готово. Сюда добавляем сахарную пудру, пакетик. И сметану. И сейчас нам нужно все хорошо перемешать. Можно, конечно, бананы измельчить блендером, но нам нужно, чтобы чувствовались кусочки банана. Наш крем готов. Сейчас мы будем собирать торт. Блинчик, крем и равномерно распределяем. Следующий блинчик. И так мы повторяем все ряды, все слои. Высоту тортика вы делаете по своему желанию. Промажем наш тортик тоже по бокам. И сейчас мы с вами его будем украшать. У нас ушло 10 блинчиков. Сейчас мы с вами будем делать из блина розочку. Нам нужно... Разрезаем кончик примерно 2 сантиметра. И теперь будем примерно 3 сантиметра вот так по кругу делать надрезы. До середки. Теперь самой серединки. Мы начнем вот так заворачивать. Вот видите, уже получается розочка. У нас большая получилась розочка. Вот такая красивая. И теперь мы ее будем вот так сюда, вот так раз. Кончики немножечко вот так расправим. И сделаем еще таких две розочки.
Делать розочки несложно. Последняя, третья розочка. Так же, как основные две, разрезаем. И будем сворачивать. Вот такие у нас красивые получились три розочки. Ой, немножечко тут сейчас переделаем. Надо их поплотнее сворачивать. Так. Вот такой у нас получился тортик с тремя розочками. И тоже розочки из блинчиков. У нас с вами ушло 13 блинчиков, 10 на торт и 3 на розочки. Давайте я вам покажу, какой он получился с разных сторон. Прокручу. Простенько и в то же время оригинально. Можно еще посыпать сверху сахарной пудрой, добавить всяких бусинок, но это все по желанию. Если вам понравился наш торт, не забывайте поставить пальчик вверх, написать комментарий. А сейчас мы вам покажем, какой он в разрезе. Вот такой наш тортик получился в разрезе. Очень хорошо пропитался, очень вкусный. Всем приятного аппетита, а мы с вами увидимся в следующих видео. Thank you.